Всем привет! Сегодня мы приготовим белорусское национальное блюдо под названием верещака. Итак, поехали! Вот для начала добудем огонь. Подготовим продукты. Это нарежем лук и нарежем сало кусочек. После того, как нарезали лук салом, ставим сковороду на огонь и обжариваем колбаски. На сковороду было добавлено сразу кусочек сливочного масла. Немножко цвет появился на колбаске и переворачиваем. Прошло буквально 3 минуты, достаем колбаски. Они вот так подзолотились, но они сырые внутри. Так, их достаем. И отправляем сюда сразу наше сало. До конца обжарили сало, буквально в течение 2 минут. И отправляем лук. После того, как обжарился лук, добавили 1 столовую ложку муки. И все это дело перемешиваем и обжариваем. Появился ореховый запах, добавляем буквально 100 грамм пива. И грамм 200 воды. У меня 300 даже. Оставляем соус на огне и идем резать колбаски. Порционно нарезаем колбаски. Отправляем наши колбаски к этому соусу и даем провариться буквально минут 15. Сейчас можно добавить соль. Немножко и перец. И после того, как наши колбаски уже, можно сказать, готовы, добавляем немножко сливок. Буквально несколько минут, и наше блюдо будет готово. Наше блюдо готово, осталось только пробовать. У нас получились вкуснейшие колбаски. Сливочный вкус. Пиво дает чуть-чуть такой хмель. Очень вкусно. Пробуйте. Готовьте, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.